Уже в ноябре 4-я очередь Самарской набережной приобретет совершенно иной вид. Будет фонтан, площадки для спорта и отдыха, на склоне амфитеатр. Работы идут полным ходом. Уже готово основание под большой фонтан. Решены все вопросы с материалами, в частности гранитом. Компания со своей субподрядной организацией ездила на месторождение, обо всем договорились, то есть по граниту проблем не будет. По монтажу гранитных ступеней сейчас достаточно активно на всех сходах ведется работа. Строго по графику и долгожданный ремонт заводского шоссе. Сейчас там идет строительство ливневой канализации. Уложить новый асфальт постараются успеть к 1 сентября. Особое внимание к Южному мосту и путепроводу «Аврора». Ремонт левой стороны должны завершить в середине июля. Полностью мост будет готов к концу октября. Районным властям поручено контролировать ход работ. Ни один недочет и нарушение подрядчиков не скроется от зорких глаз общественников, которые станут активными участниками дорожного контроля. В рамках дорожного ремонта есть поручение губернатора контроля со стороны общественников. Они должны участвовать в приемке этапов работ. Обеспечьте доступ на объекты общественников и соответствующие консультации и взаимодействия. А вот за нарушение правил благоустройства, отсутствие ограждений, помостов для пешеходов, мусор и грязь на дорогах при ремонте подрядчиков будут наказывать. ГАТИ ежедневно проверяет, как выглядят улицы на ремонте. И хотя отмечают, нарушений стало меньше, все же административные протоколы уже составлены в отношении представителей трех крупных подрядных организаций. Марина Кравцова, Максим Гусев. События.